На этот раз соперником димитровградского «Черемшана» стала команда «Зорки-2» из города Красногорска Московской области. Борьба шла отчаянно, но хозяева на родном поле победу не отдали. Поддержать «Черемшан» приехали глава Димитровграда Николай Горшенин и губернатор Сергей Морозов. Руководители региона и города обсудили вопросы по модернизации стадиона «Строитель». В планах это, конечно же, строительство поля с искусственной наморозкой льда. Это полная реконструкция трибун. Ну и приведение в соответствующий вид фан-зоны, так называемой, с обустройством экрана светодиодного. Средства на реконструкцию будут выделяться из городского и в основном из областного бюджетов. Евгения Креминская, Виталий Немов, Евгений Ерофеев. Новости Димитровграда.